Вот меня спрашивают иногда, а откуда у тебя столько времени для того, чтобы это все разбирать? Ребята, во-первых, времени у меня завались. Во-вторых, мне так нравится, вы себе не представляете. Мне просто кайфую. Канал СТБ. Все, чего вы не знали об ФСБ. Стишок даже вышел. Російські спецслужби змушували його працювати на бойовиків. Через це авіамоделювальнику з Криму Олександрові Єфремову довелося тікати з рідної Феодосії до Львова. Российские спецслужбы требовали от него сотрудничества, но он сбежал. Всех оставил с носом. Только я не пойму, он тут дедушка в окошке, при чем тут? 64-річний Олександр Єфремов у шпиталі вже тиждень. А, так вот это вот и есть тот самый специалист, который так интересовал российские спецслужбы. Ну, послушаем, послушаем. Після того, що я пережив. Пережите переповідає зі сльозами на очах. У рідній Феодосії був професійним авіамоделювальником. Викладав у дитячому гуртку. Після всього, що я пережив, оказывается, той гражданин, який заінтересував ФСБ, был руководителем в детском кружке авиамоделирования. Ну, полагаю, ФСБ он заинтересовал по какой-то другой причине, но детский кружок авиамоделирования. А еще, кстати, полагаю, ну это чисто мое мнение, судя по внешности, что он еще и тренером был, ну, по литерболу, к примеру, по прыжкам на месте. После аннексии Крыма его способностями зацікавились российские спецслужбы. Его способностями после аннексии заинтересовались российские спецслужбы. А что у него за способности? Это же люди X какие-то. Он взглядом, наверное, отправлял эти модельки летать. Но тут еще и кое-что интересное он показывает. Ну, как бы подтверждают нам на СТБ вот фотографиями. И Ленин такой молодой, СССР надпись. Извините, друзья, это какого года фотография? Что это за супермодель у него в руках с надписью СССР? Кстати, СТБ надо лицензии лишить за пропаганду, прям понимаешь. Хотіли змусити робити дрони для бойовиків, так званих ДНР та ЛНР. А, ну так теперь все понятно. Требовали, чтобы он дрони делал для бойовиков ЛНР и ДНР. Потому что, ну где ты еще дрон найдешь? Надо только брать вот этого вот специалиста крупного, судя по виду, и чтобы он делал дрони. А дрони он, наверное, будет делать вот так же, как на той фотографии из фанерки. Я кажу, я не буду. Коли і на великі гроші не спокусився, інженера кинули у катівню ФСБ. Интересно, все-таки, какие все-таки большие деньги ему предлагали? Эх, Россия, Россия. Видно, что все-таки что санкции сработали. Видите, дронов теперь привлекают делать вот таких вот людей. Но потом его бросили в катівню. То есть там его почали катувати. Палачи. Палачи. Я ему верю, главное. Посмотрите на лицо. Там жорстоко мордували, вибили зуби. Мене посадили в підвал. В підвал нас там четверо чоловік тримали. Мені зуби пергів побивали. Верю, абсолютно верю. Ну а почему бы мне не верить этому человеку? Уж зубы у него не выпали от не вполне здорового образа жизни, а повыбивали. В подвалах ФСБ вполне все четко. Слушаем дальше. Там сейчас, мне кажется, предчувствие, что пойдут такие интересные рассказы. У холодному напівпідвалі практично без їжі та води Олександра тримали 9 місяців. Долгих 9 місяців требовали от нього все-таки «делай дрони». «Делай дрони», як же ДНР і ЛНР виживуть-то без цих дронів? Він явно знає секрет, знаєте, як Страдівари. От варив, там, варив, що він варил, и там, короче, это... Від голоду не вмер лише завдяки кримським патріотам, які через загратоване віконечко підгодовували бранця. Ну да, почему не поверить? Я верю абсолютно. Обычно так и происходит. В камерах ФСБ окна на улицу зарешочены, и через них можно еду даже передавать с улицы прям таки. Я знаю, в фильмах так и показывали, ну, про революцию там, к времени. Ну ладно, этот дядя насмотрелся фильмов, там приключения неуловимых, еще что-то. Ну вы же себя-то журналистами называете. Кому вы это тулите, а? Невдовзі вони ґратки спиляли та організували втечу. А это уже из фильма «Призрак замка Моррисвиль». Он перепилили они ему, оказывается, решетки и организовали его побег. Ну, дядя фильмы правильные смотрел. А что смотрели вот эти вот журналисты СТБ? Если они в это поверили, значит они абсолютные... Нехороший человек. Если они в это не поверили, значит они просто лжецы, которые намеренно несут эту ахинею. Я границу это переехал, я поцеловал погранца и землю поцеловал. Ну что он там поцеловал, кому это? Дело 28-е.
Но границу переехал, то есть в ФСБ он сидел, потом убежал и как-то переехал границу без документов, что ли. А как он границу-то переехал без документов? Ну, эти вопросы журналистов СТБ не интересуют. Доки Олександр на лікуванні, його автівку пильнують як зіниці ока. А, так он на машине переехал. Ну, а почему бы нет? Ну, почему бы нет? Ну, согласитесь. Давайте представим, что все-таки это правда. Ну, убежал он через окошко. Перепилили ему патриоты решетку. Он убежал, а потом зашел обратно в ФСБ. Ну, шляпу надвинул на те самые, на глаза свои. Заходит и говорит, дайте документы такого-то, такого-то. Они ему дают, дурачки ж, потому что. Ну, он в фильмах такое видел. И он уже тогда выскочил, сел в машину, из ФСБ убежал. И переехал через границу. Ну, через границу. В ній інженер зберігає найцінніший скарб – моделі літаків та креслення, які так і не віддав бойовикам. Зовнішній вигляд літака. Питали його, питали, а він так і не віддав ці схеми. І от тепер дудки вам. Не знають вони тепер, як строїть дрони. А он знает и вывез их на территорию Украины. Мне нравится этот мужик, который разворачивает эту схему и говорит, внешний вид самолета. Мы в детстве с товарищем взяли трубу водосточную, присобачили к ней две доски, ну, правда, одна была короче другой, но внешний вид был, как у самолета. Короче, я думаю, что комментировать тут больше нечего. Комментируйте вы. Комментируйте.